Итак, время 5 утра. Мы в нашей отправной точке Харьков. Выезжаем. Надеюсь, успеем пройти таможню. Там может быть очень большая очередь. Дмитрий Федотов обещал с нами поехать, но у него что-то не сложилось, поэтому мы его все-таки взяли, но немного в ином роде. Что-то он сегодня не очень общительный, но я надеюсь, что в дороге он разговорится. До Белгорода 64 километра, до Москвы 740 с чем-то. Надеюсь, наше путешествие будет очень увлекательным и крутым. Дорога кажется таким сакральным местом, как в фильме «Трасса 60», на котором может произойти вообще все, что угодно. Колесо лопнуло, это жопа какая-то. Мы даже не доехали до границы. Вот так вот круто. Птички поют, солнышко встало. Нам добрый дядя дальнобой помог. Будет море приключений, потому что одно колесо у нас расщепило, разрезало чем-то. Второе колесо у нас корт торчит. И прикол в том, что запаска зимняя. Оставайтесь с нами. А мы уже давно в Белгороде. Границы прошли отменно. Единственное, что пограничники как-то странно смотрели на Диму. Нам нужно найти колесо, нам нужно найти сотовую связь, нам нужно что-то сделать. Город Белгород. Население больше 387 тысяч человек, на которых приходится 4 школы полудэнс. Одна из них – студия танца на пилоне «Калибри» на Гостинской 4А. Именно здесь прошел наш быстро организованный мастер-класс. Было очень удобно. В студии огромная раздевалка, душевые, 2 зала, один из которых на целых 8 пилонов. Самое главное здесь, как и, впрочем, везде, это люди. Меня покорило ваше упорство. А еще мы очень долго смеялись и получали удовольствие от процесса. 2 часа пролетели нереально быстро. После мастер-класса мне устроили свидание с работниками шиномонтажа, и наша шинная эпопея наконец-то завершилась. Мне заменили 2 колеса и отправили путешествовать дальше, в Старый Оскол. Спасибо вам большое, девчонки, и организаторам в особенности, директору студии Юлии Южаковой и Евгении Ганеше. Из-за наших приключений нам пришлось выехать с опозданием в час. И природа, казалось, всячески способствовала нашей поездке и тому, чтобы мы приехали вовремя. Город Старый Оскол. 637 километров до Москвы. Студия танца на пилоне «Вива». С нами на мастер-классах был наш незаменимый плюшевый Димон. Он сидел и смотрел на разминку в стиле табат и на наши пилонные изыски довольным взглядом. Кстати, население этого города более 222 тысяч человек. И всего лишь на них приходится 2 студии pole dance, одна из которых – Viva. Она любезно пригласила нас с мастер-классами. Факт того, что мы опоздали на час, и активный интерес участников привел к тому, что мы сильно задержали мастер-класс, и впоследствии нам пришлось ночевать в Старом Осколе.